И вам я не рекомендую. Потому что без борьбы, без приложения сил каждого человека ничего не произойдет. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, вот, на одном из конференций по ключи познания, там прежде что с 812 по 25 года на территории нашей страны происходили катастрофические события, когда исчезло большое количество людей и так далее, и так далее. Ну, действительно, дело в том, что просто, наверное, кто делал доклад по этому поводу, ну, нужно все-таки более цельно освещать события, чтобы была целостность картины. Потому что, ну, в предыдущих встречах с читателями я приносил специально, помните, трехтомник британской энциклопедии, где до 1775 года Российская империя называлась Великая Тартария. То есть территория за Уралом, которая доходила до Китайской стены и занимала большую часть Северной Америки. Западную часть, середину Западной Америки, Северную Америку. Вот. И после того, как была, я считаю, Первая мировая война, потому что против Великой Тартарии или Великой Асии, или Великой Скифии, в разных источниках называют эту страну по-разному, когда все-таки удалось эту страну победить, когда войска Екатерины II, которые такое же отношение к русским имеют, как и имеют папуасам, я очень похож на папуаса, да? Ну, вот такое же отношение к русам имел. Так вот, тогда, я считаю, это была мировая война против того, чтобы уничтожить, добить окончательно Славяно-Российскую империю, что и достигли. И именно после 1775 года территория от Урала до Дальнего Востока, ну, тогда, помните, захватили, все-таки Романы все-таки успели взять часть Северной Америки, Аляску, от этой империи, и Калифорнию Северную тоже взяли под свой контроль, потому что другую территорию захватили, американцы уже. Так вот, что вы думаете, на территории было? На этой территории жили русы, большая часть из них, как и сейчас, и 100, и тысячи, и 100 тысяч лет назад жили, которые, естественно, боролись против оккупации провинции, которая откололась раньше, в голове которой стали предатели, в принципе, стояли. Естественно, что с ними делали? Вырезали так же, как вырезали после крещения Руси, то есть там Киевскую условность, скажем так. Естественно, очень много людей погибло в этой войне, вырезали очень много. Потому что, но заметьте, даже при всем при том, на территории Сибири, Дальнего Востока никогда не вводилось крепостное право. Не так ли? Просто не посмели, потому что еще люди, так сказать, все-таки недавно были свободны и побоялись, даже после уничтожения большой массы людей, побоялись ввести, так сказать, жесткие меры, крепостное право. Кстати, для того, чтобы интересные моменты наблюдать, вот, изучение вот, общего ситуации в мире, допустим, забавный факт, что слышали такой знаменитый экспедицию Луиса и Кларка, американцев? Слышали об этом, да? Слышали. Которые дошли до Тихого океана. В каком году произошло? В 1802 году. Вопрос. А почему эта экспедиция только пошла к Тихому океану в 1802 году? А вот там были дикие индейцы, которые всех резали. А что, они потом не резали никого? Резали. А что изменилось? А очень просто. Просто когда разгромили Великую Тартарию или Славяно-Российскую империю, когда уничтожили страну, стали делать следующее. Все, кому не лень, пытались захватить как можно территории, в том числе и североамериканские штаты, которые были в основном по восточному побережью, в сторону Советского. И они тут же послали экспедиции. Странное совпадение. В 1775 году пала империя, и в 1802 году тут же появились экспедиции, которые дошли до Тихого океана. Вот просто нужно делать анализ, и мы, если проведем параллели, весьма интересно получать параллели. Да и как, извините, в современной истории изложено, восстание Пугачева якобы было, да? Что якобы Пугачев объявил себя Петром III, который, так сказать, так, мужем Екатерины II, ну, в курсе ситуации. Ложь полнейшая. Ну, просто только таким образом скрыли факт того, что было совсем по-другому. И вот что интересно, в первой британской энциклопедии, то же самое,
Великой Тартарикой называют, там, называют самой большой страной мира и показывают территорию, описывают ее тоже. И показывают Московская Тартария, которая доходит до Урала. Московская Тартария, но не Великая, как говорится, империя. До Урала доходила. Но после 1775 во втором издании энциклопедии и никогда больше нигде ни слова не говорится, что существовала такая империя. И видите, Римской империи, которой никогда не было в истории, пишут и говорят постоянно, так? А эта империя, которая просуществовала больше 100 тысяч лет, страна, исчезла полностью, которой не было. Что это такое? Заговор, мировой заговор. Вот, да, мы ищем мировой заговор, да, он есть реально против нашей страны и наших народов, не только русов, но и всех других коренных народов, которые жили и живут на территории России. Мы должны бороться за свою землю, наши предки поливали кровью. Но бороться не так, как выгодно нашим врагам, а как им невыгодно. Вот и все.